творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Макту Сайф. Секреты процветания. Книга «Секреты процветания». Авторы Марк Профит и Элизабет Профит. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественной ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно, да буду созвучно тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественной ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно, да буду созвучно тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественной ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно, да буду созвучна тебе бесконечно. Я есть свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Боже, податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии твоем небесном стал мой разум разумом света. Я есть свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественной ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно, да буду созвучна тебе бесконечно. Я есть свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Боже, податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии твоем небесном стал мой разум разумом светом. Я есть неустанная Божья десница, вечно тружусь, чтоб победы добиться. Великая радость для чистой души, путь срединный смиренно вершить. Я есть неустанная Божья десница, вечно тружусь, чтоб победы добиться. Великая радость для чистой души, путь срединный смиренно вершить. Я есть неустанная Божья десница, вечно тружусь, чтоб победы добиться. Великая радость для чистой души, путь срединный смиренно вершить. Я есть присутствие благое, света столбом опечатай меня. Светом, что вызван именем Божьим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от разлада, что послан мне. Желание спалить и обратить я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есть им присутствие благое, света столбом опечатай меня. Светом, что вызван именем Божьим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от разлада, что послан мне. Желание спалить и обратить я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есть им присутствие благое, света столбом опечатай меня светом, что вызван именем Божьим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от разлада, что послан мне. Желание спалить и обратить я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать.
Я есть дающий здесь прощение, прочь гоню страх и сомнения. Всех навек освобождая и победой окрыляя, я взываю полновластно о прощении ежечасно. Сущему всему прощая, милость всюду изливаю. Я есть дающий здесь прощение, прочь гоню страх и сомнения. Всех навек освобождая и победой окрыляя, я взываю полновластно о прощении ежечасно. Сущему всему прощая, милость всюду изливаю. Я есть дающий здесь прощение, прочь гоню страх и сомнения, всех навек освобождая и победы окрыляя. Я взываю полновластно о прощении ежечасно, сущему всему прощая, милость всюду изливаю. Веления вознесенных владык из книги «Секреты процветания». Текст велений читала Татьяна Салмановна Макту Сайфуди. Студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Макту Сайфуди.